Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня будет, наверное, первый тест после наших сборочек героев за пределья. Я подобавлял очень много новых героев, скажем так, себе. Что это такое? Что это за фигня? Ну, ребята, это просто влепите жирный лайк. Утренний, бесплатка, недостающий герой сразу же. И причем, блин, у нас осталось только Джамбира и Слэдди с обычным героем. Ну, по сути, остались те герои, которых нафиг здесь не надо, с бездонатных, которые нифига не решают, но они надо для прокачки скиллов. Ну, в общем, вот так вот. Хорошее начало. Это просто кайф. Желаю всем такой же удачи. С бесплаточки вытаскивает недостающих героев. Такс. Окей, с этим разобрались. Поехали, будем с вами немножко прокачивать дальше аккаунт. Кстати, я хочу глянуть, что у меня там по этим. Что у нас тут интересного есть? Так. Паттер я, как обычно, забыл, завтыкал забрать. Такс, что я хотел? Я хотел посмотреть итемы для прокачки титула. Что у нас тут делается? Правда, я не помню день. 740. Ну, в принципе, можно дальше качать. Такс, ну что, поехали. Поехали, будем с вами пробовать, смотреть. У нас почти около 500к. Силушки, то есть, соответственно, будет, должно быть так, средненькое прохождение. Ну, мне вот это самое интересное. Как у нас получится затащить. Так, Мария так и не докачал. Пооткрывали плюхи, но так ее и не докачали. Берегу. Давайте. В общем, какие планы? Я хочу здесь попробовать зафармить 3, 470 уже, зафармить 3 левела. На основе я это делаю, но на основе у нас в 4 раза больше силы, даже чуть-чуть больше, 4,5. Посмотрим, что у нас получится на этом аккаунте. Так, ну, давайте уже докачаем до максималки. Я что-то не успевал, заодно посмотрим, хватит ли нам камней. У нас было около 10к, 6 ушло, 16к, по-моему, где-то так надо. Желтеньких камней дофига, реально дофига. 16 меньше даже. Не хватает уже, ну, смотрите, сразу же только у тебя чего-то не хватает. HG все предусмотрело, сразу же вылетает табличка. С ресурсами, так. Блин, тут я не докачал. Короче, я нифига не дособирал. Поехали, попробуем как бы добить. Лавал. Такс. Ну, поехали. Посмотрим, что у нас получится. Если сильно мучиться. Ну, герои, как видите, уже более-менее. Нет у нас, правда, лисички еще. Для полного счастья. Ну, противники, скажем так, не особо сильные у нас. Но это пока что. Так, ворожей. И возьмем сюда. Вот такая вот у нас
пачка. У меня нету здесь супер питомцев. Это один из минусов. Суперпаты здесь не вкачаны, но я думаю, я надеюсь, что они здесь нам не понадобятся. Ну, сложновато уже с первой пачки, я смотрю, что уже сложновато. Идет. 30-е прорывы не вытягивают. Нифига себе. Мэри сразу же с маской. Но у меня нету прокачек максимальных. То есть это среднестатистический аккаунт, донатный. Да, есть герои, но топовых прокачек нет. И итог, вот вам результат Мэри, точнее Фрея, которую мы убить по сути не можем. Нифига себе, не, ну это вообще вон. Не хотят сказать, что мы ее не сольем, что ли? Чем надо качать 14 скиллы, дело не будет. А для 14 скиллов нам надо перекачать полностью всех, чтобы в линейке у нас было достаточное количество очков. Ну, короче, супер. Поднимаем силу, соответственно, поднимаем тут силу. То есть, либо вариант прокачать, а потом посливать ненужных героев. Чайка. Смотрите, мы просто тупо зависли, нифига сделать не можем. Ну, для этого есть у нас, в принципе, землеройки. Это причем это начало, только первая пачка. Так, убираем отсюда кого. Давайте уберем Овника. Землеройка, дело должно пойти получше, скажем так. Все проблемы решены, но Барт начал проседать. Так, Гунти, Тыква, Барт. Я, ну, нафиг этих бардов даже нападать не буду, потому что это печаль. Фига себе. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Жесть. Минус землеройка сразу же. Я не знаю, конечно, что тут делать. Реально все. Да, таким темпом, я думаю, третий этаж нам даже не светит. Без супер питомцев тем более, но это нереально. Смотрю по ихнему дамагу. Живой. Так, Зефир. Блин, и на Зефира не хочется. Мэри. Я в шоке, честно. Я в шоке с этих пачек, которые нам попадаются. Сила причем в районе 600к. 500 даже. Их 600. Но без Мэри мы бы тут нифига не сделали. Так, попробуем тест Ронина. Терпимо. Ронин пока проседает, это радует. Но я показывал уже, я некоторых героев собираю именно на точность. И с точностью все гуд. Не всегда надо уклонение на максималке. Так, пробуем этого зафигачить. Что это за фигня? Да ну нафиг, посмотрите, как мои герои проседают. Это реально какая-то жесть. Минус Мэри. Я в шоке. Ну, первый этаж относительно, в кавычках, нормально мы прошли. Минус Мэри опять.
Что-то я погорячился, походу. Это жесть. Что тут делать, вот реально? А, донатные герои есть. Топовые прокачки, ну, 30-е прорывы есть. Понятно, там недокачанные скиллы, и я не выставлял там эмблемы полным ходом. Но это просто жесть. Посмотрите вот на это. Мы даже первый этаж еле-еле-еле проходим. Это просто писец. И GG, вот вы говорите, что привязка к силе. Топовые герои, силы немного, но пройти вообще нереально. Ну, реально, но это бред. Это просто самый настоящий бред. Я попробую повыставлять все. Такс. Смотрим, что-то придумаем интересное. Так, улепим сюда хоть какое-то выживание. Временно. Так, бар тут понятно. Смотрим на этих. Суп. А я нормально. Двойка. Вер. Опция обычная хотя бы докачать. Ну, блин, даже так. Реально, блин. Герои хороших прокачек и нифига не могут тащить. Что за фигня? А без суперпатов, конечно, печаль полная. Поехали, попробуем еще раз. Потому что донатными героями я не могу пройти даже не на большой силе. Ну это вообще писец. Да это бред. Просто тупо мои сливаются нафиг. Да. Давайте еще один перезаходик попробуем. Это то чувство, когда ты хочешь вот вроде фармить, а есть хорошая возможность прокачивать там 13-14 скиллы, потому что здесь дают именно камни, которые нужны для прокачки, и не обязательно на них донатить. А не обязательно их с помощью доната добывать. То есть шанс здесь очень хорош для нормального фарма этих камней. Но нифига сделать не можешь. Попробуем сделать смотрителя. Ну, такой вариант попробуем. И фен просто не включился. Эй, какой бред. Не, ну вроде кого-то затащили немножко. Ну это, конечно, жесть, ребят. Без топовых прокачек я теперь понимаю, что эта локация, ну, вообще до одного места. 30-е прорывы нифига не решают. Смотрите, как мои герои просто тупо разгребают. У нас остался Бугимен. Карл Бугимен, которого должны сливать. Он с маскировкой. Посмотрите, что он делает. Посмотрите на этот хил. Просто жесть. Я в шоке. Я, честно говоря, в шоке. Ну, поехали таким составом. Посмотрим, что мы дальше сможем сделать в кавычках. Это просто жесть. Инвашб.
Да, однако. В общем, я даже не знаю, что тут сказать. Вы сами все видите прекрасно, но это просто писец какой-то. Кого мы там убить не можем? С маскировкой Фрея. Но вот я вот не понимаю, нафига я вытаскивал дофига героев, прокачивал 30-е прорывы, если они нифига не могут сделать там на первом-втором этаже. Не знаю, в общем, пишите комменты, ребят, ставьте лайки. Ну это реально бред. Какая нафиг привязка к силе, если это просто, ну просто бред. Я уже получил героев, ну я дальше их прокачаю, еще лучше, посмотрим, что будет дальше. Постараюсь силушку придержать. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.